В Новосибирском отделении Всероссийского общества инвалидов выбрали председателя и состав правления на следующие 5 лет. Единогласно на руководящий пост переизбран Игорь Гал-Савальский. Обсудили ситуацию со службой юридической помощи инвалидам, защиты прав и интересов людей с ограниченными возможностями, также вопросы трудоустройства и повышения конкурентоспособности на рынке труда. Почти 30 лет, уже 30 лет нового ВАИ. Защищает интересы людей с определенными ограничениями здоровья, но на самом деле делает более серьезную работу, меняет отношение общества к друг другу, к искренней необходимости помогать.